Всем привет, мои дорогие друзья, с вами снова Висмар, и мы продолжаем проходить Castlevania Lords of Shadow. Собственно, в предыдущей части мы наконец-то забрали нашу силу хаоса, победили Гаргону, а также побывали в новом магазинчике нашего забавного друга Чупакабры. Ну и, собственно, нам теперь нужно возвращаться к Зобаку. Посмотрим, что он там выбил из того ученого. Идем. Так все равно непонятно, что это за кровь такая живая там, если честно. Ну да ладно. А, так, что происходит? Я не совсем понял. Почему здесь все такое черно-белое? А, во, вроде восстановилось. Все равно странно, если честно. Так, давайте исследовать. Так, я вижу лифт. Входы. Тут ничего нету, что ли, полезного? Но, тем не менее, давайте осмотримся. На улице, я так подозреваю. И... Нет, здесь ничего нету, к сожалению. Ладно, значит, идем к лифту. Куда-то тыкнули в стенку и поехали наверх. Пойдет. Ну, либо вниз, я не знаю. Потом будем улучшать. Все-таки это облако газа стало распространяться. Has she said anything yet? Yes. To tell you the truth, she hasn't shut up. Do you find me attractive? I've tried reading her mind, but there is only chaos and fury there. Because he's impotent. Something is very deep. You both are. But I'm unable to see it. My dear Zobek, if only you could see what I see. I see you. She's too far gone. My brother's skin. She'll kill herself before we get anything out of her. Very slow, so you feel everything. If she was human again, I might be able to reach her. Against us, you scum! Then let's give her back her humanity. Oh, make me pretty again. Oh, yes, please make but me how? Pretty again. This disease is manufactured, so they must have made an antidote as well. Oh, you are so clever. So clever, my handsome yes. prince. Of course. It must have been created when developing the virus to protect those chosen to serve them. Judging by the look of you, sadly, it would seem you're not one of the chosen, my dear. No, my dear. Sadly, I am just one of Satan's whores.
I'll go back to the corporation, look around, see what I can Very well, but make your own way there. It's risky to open a portal. It's likely the Acolytes are aware of her disappearance by now. I don't want to leave supernatural traces that could lead back to me. For Matthew, you pigs! You disgust me! You scum! You scum! Русский язык все-таки более богатый. Но выражение это стоит признать. Ну что ж, давайте просто побегаем, посмотрим, что вообще здесь есть. Но нас никуда не пустят, я так подозреваю. Ну, по крайней мере, много куда не пустят. Тут у нас куда проход? А, это там, где у нас закрылась дверь в тот раз. И нас призвала... прошлый или в параллельный мир, я так и не совсем понял. Ну, неважно. Воу. Так, погодите, это мы же были в этом месте только что. И тут уже разбушевались эти ребята. Так, ну наши силы при нас, значит мы с ними можем посражаться. Давайте попробуем. Ну, по крайней мере, с мелким мы точно справимся, а вот с большим... сейчас узнаем. На себе! Ха! Не работает, да? Блин, вот этот попадал несколько раз в нас. Иди сюда. Воу. Иди сюда. Замечательно. Так, это... ага. Ну-ка. Ой, боже, что я сделал? Ой, все плохо. Я все сделал плохо. The flames don't go out entirely. I must do something else to extinguish them. Так, хорошо. Говоришь, нужно что-то сделать еще. Нужно газ, наверное, отрубить, хотя фиг его знает, где он вообще отрубается-то. Давайте, конечно, сейчас посмотрим. Но он там, он что-то внутри есть. Это я 100% вам гарантирую. О, давайте все разбомбим здесь. Ага, ну ладно, это не работает, я понял. Здесь нам тоже никуда, да? Ну, я знаю, что оно не сработает. Ну да. Ну там как-то можно пробраться туда, это точно. Вопрос в большей степени состоит в том, как именно. Но, возможно, нам нужна еще какая-то сила. Который мы узнаем позже. Точнее, который мы изучим. Ладно, пойдемте наружу. Чё нам? Хотя нет, погодите. Мы должны туда пробраться. Обязаны. Значит, мы должны сделать что-то еще. Здесь нас не пустит. Да, но здесь не пускает. Да, вообще не пускает. А, погодите, вот. Ага, ясненько.
Замечательно. И теперь мы сможем пройти, наверное, да? Или нет? Немножко резко, но пофиг. Главное, что пройдем. А что ты не сразу заметил это? Интересно, куда мы приедем сейчас? Воу. Офигеть. Шикарное место. О! Зашибись. Замечательно вообще. Тотальный ужас какой-то творится, прям-таки. Но в остальном выглядит все красиво. Это стоит признать. Ох, ребят, привет. Вот так вот. И теперь сейчас нужно убить окружающих. Блин. На тебе. Зараза ты такая. Ну-ка, что это у нас? Ну, что-то полезное. Где еще? Кто? Где? Хотя вроде никого нет. Ладно. Пойдемте за кубиком. Я его вижу. То есть это как это? Я не могу туда запрыгнуть. Вы что, издеваетесь, что ли? Зашибись. Ну ладно. Нет так нет. Давайте, что ли, посмотрим, что у нас там еще есть. О, наконец-то получилась нужная кнопка. Точнее, в нужное время. О! Сюда. Здоровяк. Колебал ли уже, а? Так, давайте осмотримся, что у нас тут есть интересного, полезного. Что, в принципе, конечно, маловероятно, но тем не менее. Так, можно забраться вон туда наверх. По кубикам, ладно, не столь бесполезно все это было. Еще один камушек хаоса. И тут вроде бы вот здесь вот можно пробраться, нет? Да, здесь можно пробраться. Здесь у нас крыски. Так, раз здесь есть крыски, значит мы можем вон туда еще пробраться. Давайте попробуем. Посмотрим, что нас ждет. Она даже в балку упирается, печаль. Погодите, как с этим нам? Не совсем пойму. Ага, все увидел.
Так, ладно. Сейчас мы все познаем. А, нет, все, я уже думал, что мы вернулись в старое место. Так, там есть куда-то подъем. Здесь у нас ничего нету, ладно. Это мы случайно не назад возвращаемся? Мы возвращаемся здесь, получается, назад, да? Да. Так, ребят, давайте еще раз сейчас вернемся. Я явно что-то пропустил. Наверняка там можно обратно из крыски превратиться. Вот, вот здесь, да. Так, собственно, куда я вообще забрался-то? И главное, зачем я сюда забрался? Но нам нужно, кстати говоря, именно сюда. Я там на выходе, значит, что-то пропустил. Ну и ладно. Ничего страшного. Ну-ка. Мемориал Андресу де Виголю. Памятник Андресу де Виголю, солдату Братства Света. Потомки Вигли, тесно связанные с городом, хотели выразить свое вечное восхищение и благодарность храброму Андресу и поделиться ими со своими соседями и прежними. Этот уголок города всегда будет местом заступничества и уединения. Местом, где будут чествовать тех, кто навеки свел в могилу князя тьмы и пожертвовал собой, чтобы мы могли жить в мире. Среди них был и Андреас. Потомки не знали больше гордости, чем его... Ой, ну да, больше гордости, чем его отвага и жертва. Покойся с миром. Ой, боже, он с топором. Неожиданно. Серьезно, неожиданно. Так, ага, мы как раз таки вернулись, да? Я так подозреваю. Ну, вперед. Да чтоб тебя. Давайте попробуем. Ни разу еще не было. Во. Идет. Так, ну, та штука нужна вообще, чтобы просто добраться наверх обратно. Нам пока это не нужно. Опять они. Ну что ж такое? Там наверняка тоже что-то полезное. Но туда забраться мы не можем. По понятным причинам. Ну что ж, давайте еще тех ребяток перебьем. Да посмотрим, что дальше. Воу, неожиданно. Слушайте, они бочками кидаются. Печально. Вот. Все-таки буду мстить этим тварям. Ой-ой-ой. Да что ж такое? Ну, давайте, ребят. Да что ж такое? Ненавижу вот этих ребят с топорами. Ну, давай. Ну. О, боже ж ты мой. Друг друга наяривают. Ядом. Ну и пофиг на них перестраться вообще. Ну и вот так. Сладко.
все получилось у нас. Так, заберем вот эту еще штуку. И теперь будем смотреть, чего у нас куда. Но он там, знаете... Ага, во, вот так можно, да? Ну-ка. А что сделал? Отключил электричество? Ну ладно. Видимо, по-другому мы не могли пройти. Ой, зачем я спрыгнул? А я не знаю, зачем я спрыгнул. Ну и ладно. Так, а давайте посмотрим, что у нас здесь. А здесь у нас пустота, да? Ну ладно. Это единственное издевательство, то, что надо, по сути, перепрыгивать обратно и все повторять по кругу, чтобы забраться сюда. Ну да ладно. Куда это мы пришли? Интересно. Security door closed. Automatic shower beginning in 3, 2, 1. Procedure finalizing. The doors will open. Ну ладно. Так, собственно, теперь будем исследовать заброшенное здание. Так, вон там что-то есть, слушайте. Ну-ка. Сейчас узнаем. Воу. А зачем нам сюда? Ага, вижу. Ну давайте посмотрим, куда нас это приведет. Воу-воу-воу. Так, погодите, тут есть тень? Блин, а как? Как нам его? Как нам тогда его, я не пойму. Ладно, давайте здесь посмотрим. Ох ты ж. Привет, ребят. Так, ну здесь можно превратиться обратно. И сразимся сейчас с этими ребятами. Ребят, привет. Да что ж такое? Двое подряд, а? Сдохните вы уже, а. Эх, так, что у нас здесь? Ну, жалко, что тот кубик. Я пока без понятия, как взять. Может, и правда профукал на этот момент. Ну да ладно. Ох ты ж, ребят, вы откуда здесь? Пошли вон. Всех прибью нафиг. Иди сюда. Я вас сразу и не узнал, ребят.
нельзя взять? Жаль, жаль. Ну ладно. Так, по идее, нам упрощак откроет проход туда. Что у нас здесь? О. Ага, здесь мы за кубиком. И что-то мы сейчас здесь еще прожмем. Вон там есть рычажок, посмотрим, что он сделает для нас полезного. Я без понятия, что сейчас будет. И... не знаю. Может, это нужно было он для того рычага. Без понятия. Ну, повертели и ладно. Ну, вполне может быть, что оно и нужно было именно для этого. Туда мы не доберемся, так подозреваю, да? Ну, вероятнее всего. Да, жаль, жаль. Ну и ладно. Так, пойдите, вон там у нас кубик, и вы нас не хотели туда пускать, да, гады такие? Иди сюда. Так. Что ж, отправляемся дальше в наше путешествие. О, ребят, опять вы. Ну, это опасные, зараза, а? Серьезно опасные. Да чтоб вас всех, а? Я ж ушел из-под атаки. Ну да ладно. Как скажете. Держи. Пошел вон. Последний, вот он. Давай, сдохни уже, а. Славно. Так, ну здесь я так чувствую, больше ничего нет у нас, да? Идем наверх. Мне показалось, что там что-то скрипнуло. Охо-хо-хо-хо. Ну-ка, здесь есть что у нас вообще? Проход? Нет? Нет, забраться туда мы тоже не можем, значит... только за этим. Благодарность героям. Мемориал от сотрудников психиатрической больницы героям города. Июнь 1910 год. Мы чествуем строительство этой великолепной больницы, которая предоставляет такое изумительное необходимое обслуживание жителям нашего города. Минули столетия, черная эпоха Дракулы оставила глубокий отпечаток на сознании народа. Даже сегодня, спустя столетия после того, как братство повергло зло, мы все еще сталкиваемся с тысячами случаев, связанных с рациональной неуправляемой боязнью вампиров и прочих порождений ночи. Благодаря всем тем, кто сражался и победил Дракула, былым страхом не суждено воплотиться в реальность. Ну да, как же. Да ж... боже ж ты мой. Как он плохо-то прыгнул. И мы вернулись назад. Логично. Ну, зашибись, ладно. Я думал, мы попали туда, куда нужно. Имеется в виду по сюжету. Оказалось, не совсем так. Ну и ладно.
вот он. Иди сюда. Ох ты, ура, наконец-то камень здоровья. Еще один. Так, еще одно воспоминание. Летопись психиатрической больницы. Этот мемориал был поставлен в честь строительства психиатрической больницы города в 1902 году. При закладке фундамента было обнаружено массовое захоронение, где покоились тысячи скелетов новорожденных. До сих пор никто не верил легендам о любовницах Дракулы, которые, превращаясь в змей, собирались в дома городов вокруг замка и выкрадывали младенцев. Теперь мы знаем, что эти легенды не плод воображения. Пусть этот памятник воздаст дань тем, кто жил, страдал и умер в эпоху кошмара и отчаяния. И лифт, да? Ну, поехали. И на этом, наверное, стоит закончить эту серию. Следующую уже будем смотреть, что нас ждет впереди. Да, давайте, пожалуй, остановимся именно здесь. Что ж, давайте прощаться. Я желаю вам удачи и пока.